Прокуратура Фрунзенского района в очередной раз пресекла деятельность незаконного игорного заведения по адресу Лежневская, 142. Клуб уже находился на контроле. Сотрудники прокуратуры пришли туда 13 марта в 9 часов вечера к открытию заведения. В результате визита нежданных гостей были изъяты 14 игровых автоматов. Теперь оборудование подлежит уничтожению. В результате проведенного рейда была изъята прибыль данного игорного заведения, составлен протокол в отношении двух организаторов незаконной игорной деятельности. К сожалению, собственников непосредственных игрового оборудования в настоящий момент установить не представилось возможным, в связи с тем, что они скрываются за заключенными множественными договорами аренды с третьими лицами. В настоящее время ведется работа по установлению непосредственных собственников данного игрового оборудования.